Здравствуйте, мои дорогие, с вами Ая, недельный ченнелинг. Пожалуйста, сфокусируйтесь на своем вопросе. Я сегодня очень волнуюсь почему-то. Но каждый понедельник выходит вот такой ченнелинг. Я просто помогаю вам найти самоответы. Итак, если у вас нет пока вопроса, сделайте здесь паузу и подумайте, о чем вы хотите узнать сегодня. А мы продолжаем. Для тех, у кого есть уже запрос, я сейчас посмотрю. Один, два или три. Выберите одну из трех карт. Один, два или три. Ой, как интересно, из всей колоды именно эта карта опять вышла. Интересно очень, да. Тот, кто выбрал ответ номер один. Вот вы видите, в прошлую неделю выходила эта же карта. Уж не знаю, выбирали именно ее вы или нет. Посмотрите предыдущее видео, там вышла эта же карта. И, возможно, будет взаимосвязь у вас сегодня. Но сегодня это вот первый ответ. Доверительные отношения. Ну, это интим, да, интим. Между вами и миром, самими собой. Доверительные. Ваш ответ лежит в сфере близких друзей, тех, кому вы доверяете. Или тех наук, на которые вы можете рассчитывать и доверять. И подумайте, что для вас это значит. Потому что я, скорее всего, не назвала именно тот смысл, который вы ищете. Просто подумайте, что для вас значит интимные отношения, доверительные. Я вот про эту всю карту говорила. Продолжаем дальше. Ответ номер два. Необходимо защищать свои границы. Возможно, вы ощущаете себя ответственным за кого-то в данный момент, и это правильно, защищайте его границы тоже. Вы должны проявляться в этой ситуации по-рыцарски, с чистым намерением, благородно, красиво, и отстаивать свою позицию, твердо стоять на своем, но сделать это красиво и деликатно, знаете, вот так вот. А тот, кто выбрал третий ответ, ну что же, это вот любимая тема этого века – unconditional love, то есть безусловная любовь. Я бы сказала, что это очень глубокая тема, и я бы хотела вас спросить, а что для вас значит безусловная любовь? Вы когда-нибудь видели проявление такого состояние? Что такое безусловная любовь? Безусловное принятие себя, несмотря на ошибки, несмотря на какие-то настроения, неважно, какие достижения, должна быть безусловная любовь к себе и к этому миру, так как мы все взаимосвязаны. Это крайне сложно достичь, но путь к этому есть путь, единственный верный путь. Путь к любви. Итак, еще вопрос. Уточните свой вопрос. Мы сейчас посмотрим на рунах. Один, два. Или три. Вау, два роз-кварца почему-то попался. Очень интересно. Один, два или три. Да, ребят, когда я смотрю на руны, руны вот эти смотрю, они бывают перевернутые, бывают прямые. Но именно то, что я говорю на сегодняшний день, то и ответ, понимаете? Потому что я читаю в разные дни их немножко, ну, по-другому. Ну, в общем, первый ответ – нет. Я не знаю, что спросили, туда нет. И какой-то проект будет закончен, новый на его месте будет воздвигнут. Любой конец – это начало. Помните об этом, дверь закрывается, другая открывается. Но это вот именно та руна, которая обозначает, что нужно идти в новом направлении. Тот, кто выбрал вот эту руну, это прозрение, это посвящение, это очень хорошая руна. Это значит, что ваш путь будет сегодня в этой задаче ясным. Вы поймете, вы услышите себя, почувствуете телом, своим сердцем, в каком направлении вам идти. Помните о том, что выбор самый верный, это когда энергия ваша идет наверх, когда вы озаряетесь, когда вы чувствуете эту истину, вас не надо уговаривать, да? Когда душа говорит «да»,
Вас не надо уговаривать, нет смысла. А вот третья руна – это руна победы, это руна целеустремленности, воинская сила, мужество, однозначная победа. Продолжайте и верьте в себя и в то, что вы делаете. Помним, что самое главное – это ценность, которую мы несем в этот мир. И я нам всем желаю быть ценными и приносить именно то, что улучшает наш мир. А мы увидимся в следующий понедельник. Обнимаю вас. Хорошей недели.